Алексей Русских и Александр Карелин провели двустороннюю встречу в Ульяновске. Политики обсудили развитие спорта в Ульяновской области и перспективы финансовой поддержки при строительстве спортивной инфраструктуры. Так, именитый спортсмен поддерживает инициативу реализации в регионе проекта «Сельский тренер». Согласно программе, переехавшие в сельскую местность тренеры смогут получить 1 000 000 рублей на улучшение жилищных условий. Карелин подчеркивает, Ульяновская область в этом плане не первопроходец, но сумма поддержки самая впечатляющая из всех регионов. Нужно опираться на возможности, в том числе и педагогического университета. То есть сейчас будем в течение дня разговаривать с федерацией, чтобы они заключили договор с университетом и дополнительные предоставили знания для наших методистов, для тех самых тренеров, которые смогут завтра этим. Это деятельная, очень важная, очень эффективная мера. Я надеюсь, что ее применение позволит воспитать новых Константиновых. Алексей Русских с момента приезда в регион успел отметить, что почти каждый второй житель области занимается спортом на профессиональном или любительском уровне. По мнению главы региона, спорт должен быть доступным для всех. Но для этого нужны условия и соответствующая инфраструктура. Дворец художественной гимнастики построен на очереди строительства футбольного крытого манежа и центра спортивной борьбы. Посмотреть на занятия ГТО по области в этом году 17 спортивных площадок открыто. Это очень важно, потому что это наиболее доступный такой, занятие физкультурой, то, что было у нас раньше в советское время, все лучше возвращается. Мы должны все эти условия создать. В планах строительства Третьяк-арены уже федеральное финансирование выделено. Алексей Русских также, с сожалением, признался журналистам, что стал реже заниматься спортом из-за своей новой должности. Да и спать стал меньше, но обещал исправиться. Рената Алиулова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.